Вы чё, вы уже сюда лезете? Бляха-муха. Друзья, всем привет! Я думаю, вы прекрасно помните вот тот видосик с смарт-часами от фирмы Z-Blaze. По-моему, Vibe 3 назывались эти смарт-часы. И мне тогда после этого видоса начали подписчики писать некоторые. Говорят, а ты в курсе, что там вообще есть обновленная версия с цветным дисплеем и все педали? Это вот как бы просто монохромка, и там пульсометра нет. А есть новая версия. Ты в курсе вообще? Ты знаешь вообще? Ты вообще это вот все? Это вот ты знаешь? Нет? Знаешь? Знаю. Давай смотреть. Главное не расхурочить, не раскурочить то, что внутри тут лежит. Ага, коробочка в коробочке. Ну, классика, классика. И теперь данные смарт-часики поставляются вот в такой вот черной упаковке. И зовутся эти часы также Vibe 3, но с приставкой HR. Как это, хер разберешь. Ладно, сейчас все разберем. Давайте смотреть, что внутри. Люблю. Я же вообще, вы знаете, да, очень люблю. У меня уже зависимость, наверное. Если я что-нибудь не распакую, у меня ломка начинается. Серьезно, я прям люблю все распаковывать. Канал распаковка, двапаковка, ёптать. Так, да, походу здесь еще и пульсометр, потому что сердечко нарисовано. В прошлых не было пульсометра, там были просто смарт-часы. Ага. Очень похожи. По комплекту так, здесь у нас, наверное, какой-нибудь кабель. Да, для зарядки магнитный, вот это, блин, мне не особо нравится, магнитные эти кабели, очень редко делают нормальный, хороший магнитный, нормальный, хороший, короче, просто нормальный кабель с магнитной, как говорится, площадкой, потому что по большей части все это дело, плохо держится, плохо крепится. Ну, слушайте, они прям похожи, прям вот вообще писец похожи, только здесь еще появилась борода. И если ты оденешь эти смарт-часы и увидят, что у твоих смарт-часов есть борода, тебе скажут да. Нет. Так, ага, Android, установить. Стоп, какой нахер джум? Вот смотрите, твари, что творят, да? Посмотрите. То есть я сосканировал, установить, открыть браузер здесь, а снизу установить и подписка с джумом. Вы чё, охуели там что ли, джум? Вы чё, вы уже сюда лезете? Угомонитесь, блин. Вы чё, сука? Вы чё? Wear health, то есть одежда, здоровая одежда, да, или как, ну типа того. Окей, пока это все дело устанавливается, да, давайте проверим, как магнит. Бля, опять ни о чем. Ну вот серьезно, ну вы вот издеваетесь, что ли? Ну то есть, вот я их поставил на зарядку, я же их как-нибудь спихну. Хотя нет, нифига держится. Ну, в любом случае, вот эта шляпа. Ну серьезно, ну елы-палы, а? Ну это было в других смарт-часах. Я их просто могу как-нибудь пододвинуть. Там вот кабель там был, вот так. Все это разрывается моментально. Ну ё-моё, сделайте вот так. Либо уж магниты посильнее ставьте. Бляха-муха. Не хуй знает, блядь. Смотри. Ну, ладно, включим пока, пусть это дело устанавливается. У этих смарт-часов есть раз, два, три. Три циферблата, и везде у нас, значит, какие-то иероглифы китайские, скорее всего, это что-то дата и тому подобное. Так, что у нас здесь, значит, отображается? У нас отображается сожженные калории, пройденный путь, сколько в километраже, либо в милях, там выставляете сами. Далее, значит, пульс ваш и пройденные шаги. То есть, все, в принципе, отображено сразу на экране, дата, время и заряд батарейки. Есть три варианта, хотите так, без разницы. Так, далее у нас здесь пройденные шаги и ничего, просто кроссовки нарисованы и сколько мы шагов насчитали. Как по мне, бессмысленная фигня. Так, далее, это у нас включение-выключение наших смарт-часов, это поиск по смартфону. Так, это у нас будильник есть и выбор, по-моему, то, чем мы будем заниматься, да, то есть это бег, ходьба, скалолазание, езда на велосипеде, тут кто-то кому-то по лицу вмазывает, не знаю, что это, волейбол, теннис и, значит, футбол. Ну, как это все будет учитываться? Вот это серьезно мне, вот не, непонятно. Серьезно, теннис и волейбол чем-то будет отличаться, да? Там же постоянные удары, машешь, ты же, у тебя будет, ну, мне кажется, это все такой, знаете, маркетинговый ход. И, значит, у нас имеется уведомление. Что у нас в уведомлениях? Опять все по-китайски, какой-то, не знаю, WeChat или что, ну, в общем, какие-то китайские уведомления. То есть, по сути дела, зачем-то непонятно дублируется все еще в
в подменю, скажем так, все то, что отображается, калории, сожженные, там, пройденный путь и расстояние, все и так уже на десктопе отображается, но нет, они сделали как фишку, куда нужно заходить и смотреть, значит, на картинку, как красиво ты прошел, значит, сожег калории, прошел путь и свой пульс померил, отлично, то есть, ладно, вот, да, давайте спарим, посмотрим. Так, что, персональные данные мы ввели, разрешить Health Plus включить Bluetooth, разрешить Health Plus включить Bluetooth. The best of the English. Так, устройство есть. Цель у нас, значит, 100 шагов, пускай будет 12, 100 шагов, 10 тысяч шагов, пускай будет 12 тысяч шагов. Подтверждаем, все, цель, сон, 8 часов, что-то многовато, я столько даже не сплю, давай 7, я всегда 7 сплю. Не. По крайней мере, пульсометр хотя бы не бздит, потому что до этого какие-то у меня были смарт-часы, он там мерил все в пустоту. Ну-ка, давай еще. Что, не видишь, да? Ну-ка, давай, поморгай. Не, нифига не меряй, да? О, хотя пульсометр уже, как говорится, не бздит. Ну-ка. Ремешок, кстати, хочу сказать, такой же, как и на прошлых. Очень хорошо сидят смарт-часы. Кстати, да, вот как они сидят на руке. Вот так они сидят на руке. Довольно классно. То есть они точно так же сидят, как и предыдущие, но только те были с монохромкой, а эти уже с цветным дисплеем. Интересно мне, насколько просто хватит этих смарт-часов. Блин, вот серьезно. Так, где у нас пульсометр? 89, 88, 7. Я умираю! 88 средний пульс у меня. Нормально. То есть состояние спокойного человека. Вот, наверное, да? Наверное, да? Вот, короче, сейчас у меня здесь 75% заряда, и я хочу посмотреть, сколько они продержатся. То есть, если здесь батарейка живет сутки или двое, для меня конкретно эти смарт-часы не подойдут точно, потому что я любитель, чтобы у меня смарт-часы, как вот Amazfit Bip. Я могу их неделями не заряжать и забыть вообще, где валяется зарядка моя. И я могу уехать куда-нибудь на гастроли спокойно и не думать, что зарядить же часы надо. Нет, вот, для меня это пока идеальные часы. По размеру, по эргономике, по зарядке, естественно. Никакие Apple Watch мне никак не подойдут. Ну, Garmin'ы, если что, только они стоят там 1070-50. В общем, так, вот сейчас я с этого дня начинаю их юзать. Сколько я там? Неделю я с ними потусую, посмотрю, и заодно на пробежку выйду, замерю, значит, свой путь пройденный, как он на GPS со смартфоном или только с часами можно идти, потому что если со смартфоном, то мне это неудобно, чтобы он у меня во время пробежки болтался. Нет. Если здесь нет GPS, тогда эта функция, в принципе, ненужная, как мне кажется. Как-то так. Ладно, как всегда, тырлы-пырлы, хлоп-хлоп, и, в общем, следующий кусок видео, уже после опыта эксплуатации, да? Я сделал хлоп, еще раз. Бум, магия, и прошло, значит, 3 недели. Не знаю, сколько я там 3 недели назад говорил, сколько я хотел поносить, но носил я их 3 недели. Не потому, что что-то там вымерял, там еще что-то. Нет, просто потому, что они мне понравились. Так они мне понравились, эти часы. В общем, часики действительно неплохие оказались. Есть плюсы, есть минусы. Давайте сразу же по батарейке. Батарейка здесь держит 5 дней, 6. Но если вы лютовать не будете с Bluetooth, то 5 дней. Можно, как говорится, если вы Bluetooth не будете юзать, тогда нафиг вам эти все уведомления, будете использовать тогда где-то недельку точно на одном заряде. Магнитная площадка, как я и сказал, она не особо надежная, но на деле, в принципе, ни разу не срывалась. На ночь, когда ставил, его нормально заряжались, все шикарно. Относительно watchface'ов и всех этих дел кастомизации, к сожалению, здесь всего лишь навсего вот таких вот 3 циферблата и все. Я ходил вот с этим, мне вот такой вот строгий хаки больше всего понравился. Поэтому никакой возможности кастомизировать здесь нет. Далее, по фитнес-фишкам здесь смарт-часы хорошо себя показывают. То есть они точно так же, как и Amazfit Bip, точно так же, как и Mi Band. Там погрешности, но они и будут, естественно же, но небольшие. То есть как пульс нормально примерно, как говорится, в одних рамках меряет, так и пройденное расстояние, там калории и тому подобное. Все здесь с этим хорошо. Относительно внешнего вида, опять же, посмотрите, они очень похожи на предыдущую модель, которая была без цветного дисплея. Да, визуально они прям вот, схожи. Брат и сестра, елки-палки. Да, они металлические, и этими часами я уже пару косяков, гипсокартоновых вот здесь по студии, когда ходил, сносил, да. И они, посмотрите, в каком состоянии, все хорошо. Относительно ремешка, ремешок попервой показался жесткий, но нет, он точно такой же, как и в предыдущей с монохромным дисплеем. И здесь точно такой же, он мягкий внутри, снаружи он немножко такой, как имеет ребристую поверхность. Но на ощупь, опять же, на руке хорошо сидят, никакого раздражения, дискомфорта, что они слишком жесткие, нет. Опять же, понравилось то, что даже нося с костюмом каким-то, с фраком, например, я когда ездил на те же гастроли, там в Москву, в Дом музыки и тому подобное, я одевал, смотрел, думал,
Блин, они не смотрятся даже как фитнес-часы. То есть одеваешь, когда в какие-то Amazfit Bip, они тоже все-таки кажутся как какой-то фитнес-браслет. Нет, вот эти прям хорошо, строго. И они даже вот выглядят, как говорится, немножко побольше, те, кто привыкли к Amazfit Bip, да? Но вот такие смарт-часики вполне себе выглядят как полноценные, полноразмерные часы. Ну вот как-то так. Больше, в принципе, мне про эти смарт-часы нечего сказать. А, совсем забыл, да. Навигация. По навигации то, что... Я хотел проверить, в первый же день я обломился. То есть в приложении есть фишка такая, что можно следить по карте, значит, как ты бежал, сколько кругов и где ты все это сделал. Здесь на самом деле это все работает только в том случае, если вы берете свой смартфон с собой. Если у вас его нет, эти часы это просто не делают. Ну и оно и понятно, за 2000 рублей, то есть 2 рубля эти смарт-часы стоят, да? То есть плюсы хорошие, то есть батарейка хорошая, нормальный экран, который не выцветает на солнце. Не знаю, нормально считается. Читает фитнес-фишки и уведомления получает. Все. То есть по материалам неплохие. Но каких-то там вау-эффектов эти смарт-часы не произвели, собственно, как и предыдущая модель с монохромным дисплеем. Единственное, что здесь отображается, кто вам звонит, откуда, как говорится, приходят какие-то оповещения, уведомления из приложения и все. То есть, ну, больше, как говорится, чуть-чуть продвинутее, да. Но, опять же, аккумулятор держит неделю, ну, дней 5. Ну, вот как-то так. Что думаешь ты относительно данных смарт-часиков и вообще смарт-часов? Пиши в комментариях под этим видео. Пока!